Подготовка к 1 сентября для будущих первоклассников и их родителей – этап серьезный. Особенно если в семье не один ребенок. Ежегодно в преддверии Дня знаний по всей стране проходит организованная партией «Единая Россия» акция «Собери ребенка в школу». Будущим школьникам вручают все необходимое для учебы. Волгоград уже включился в реализацию партийного проекта. Подробнее Максим Черпак. Здрасте. Здравствуйте. У вас тут школу собираются? Да. Здрасте, кто? Выходи. Привет. Здравствуйте. Да привет, ну как тебя зовут? Злата. Злата, ты школу собираешься? Да. 1 сентября? Да. Или 5 сентября? 1. 1? Ну все, молодец. Смотри, тебе подарок от меня лично и от партии «Единая Россия». Злата Вылова немного волнуется в преддверии 1 сентября, но в школу хочет. Приятный сюрприз в виде школьных принадлежностей только подогрел интерес к учебе. Внимание всегда приятно, поэтому, тем более ребенку очень приятно, мы ждали, поэтому и 1 сентября ждем. В рамках акции «Собери ребенка в школу» единороссы регионального отделения партии «Единая Россия» подготовили около 1000 школьных наборов для детей из многодетных и малообеспеченных семей. К акции присоединились и депутаты Волгоградской городской думы. Для семей такое внимание очень важно, ведь на сборы ребенка в школу уходит немало сил и финансов. Не ожидали внимания такого, было очень приятно. Позвонили, сказали, что придут, какое-то окажут внимание первокласснику будущему. И вот сегодня ждем, дождались. Приятный сюрприз. Вот краски. Краски для художественной школы нам пригодятся. Думаю, мы еще и туда ходим. Акция «Собери ребенка в школу» проходит уже несколько лет подряд. Для ребят закупают канцелярию, пеналы, тетради и многое другое. Все, что необходимо для школьных будней. А альбомы и краски некоторым, как и Арине Приваловой, пригодятся и в художественной школе. Идет вот в школу 1 сентября. Проходили подготовку к школе. Думаю, все у нас получится. Очень приятно. Спасибо большое. В акции «Собери ребенка в школу» принимают участие депутаты, представители бизнеса и неравнодушные граждане. Доброго пути ребятам, потому что они действительно просто неподдельно искренне рады этому подарку. Они действительно удивлены этому. И эти положительные эмоции, которые связаны с этим неожиданным сюрпризом, они понесут в школу. И мне кажется, что это такое замечательное начало учебного года. Ежегодно в рамках акции помощь получают более 160 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей по всей стране. Максим Черпак, Рубен Тальский, время новостей.